Принимаем квартиру. Ну, приняли уже. Явка номер 2. Комнатная квартира. Тут у нас будет гардеробная. Погнали. Кухня. По площади не помню. Свободное отведение. Вентиляция. Лампочка Ильича практически. Окна во двор. Все проверяли, все работает. Одно полностью откидное. Зимнее проветривание. Ну и вот он двор. Во дворе уже все готово. Все сделано. Народ уже живет. Нашли дальше. По ремонту. В принципе, все чисто, небольшие волны. Основной косяк. Вот у нас дверь сколота. Немного. Одна комната. Все хорошо, все работает. Проверяли. Двери нормально так стоят. Сюда стоят. В общем, даже относительно ровно поставили. Еще одна. Но здесь нас сразу очень впечатлило окно. Сэкономили они. Балкон. Черновая отделка. В принципе, ну, если честно, и не ожидали, что он будет такой. В отделе продаж был поменьше. Балкон. Натяжные потолки. Ну, погнали, ванная комната. Есть. Работает. Здесь у нас полотенцесушитель электрический. У нас сразу сделано под, ну, под него, и стиралку сюда ставить. Здесь вода под стиралку, душ, плитка. Ну, плохо видно будет, чуть-чуть они поднакосячили. Не совсем ровно сделано, но в принципе в остальном швы нормальные. Туалет. Здесь вытяжка не шибко работает, в ванной нормально работала. Ну, гардеробная. Все счастливы, все довольны. Полгода задержки – это фигня по сравнению с мировой революцией.